Всем привет! Сегодня, ребята, на своем обзоре я решил продегустировать необычное вино. Я люблю все такое необычное. И поэтому я выбрал вот такое вино. Это вино аргентинское. Ну, может быть, в этом мало чего необычного. Необычный виноград. Бонардо. Довольно-таки распространенный виноград в свое время. Это французский сорт винограда, алюминиевый колпачок, который в Аргентину завезли французские переселенцы. И он там был довольно-таки распространенный, пока Мальбек его не потеснил. Ну, сейчас опять к этому винограду все возвращаются. Поэтому мода на него вернулась. Так. Силиконовая пробка. Это не очень радует. Вот такая силикон. Ладно. Посмотрим дальше. Хорошо. Значит, фирма называется Чакабука, 1939 год, Barrel Select, Бонардо, 16 года урожай, Мендоза, Аргентина. Что мы на контр-этикетке интересного? Вино защищенного наименования «Место происхождения», регион Мендоза, Красное Сухое. Так. Шесть месяцев в дубе выдержка у этого вина. 13,5 алкоголь. И дата розлива 2.07.18. Ну вот. Хорошо. Я еще ни разу не пробовал этот виноград. Поэтому сегодня у меня дебют. Купил я это вино в магазине, который называется «Банкет». Довольно-таки дороговатый магазин, но в нем всегда можно найти что-то такое необычное и мало где распространенное. Этим он мне и нравится. Ну что ж, цвет темно-вишневый, непрозрачный. Ну, вот такой цвет, темно-вишневый. Есть немножечко кирпичных оттенков, самая малость. Угу. Ну что, первый нос, так сказать. Нос, кстати, очень интересен, хочу вам сказать, ребята. Да, чувствуется табачок в этом вине, ваниль. Угу. Какие-то ягодные тона, черника такая, как вишня, голубика. А если всколыхнуть это вино? Угу. Ну, нос интересный, нос. Яркий. Даже чувствуется какой-то шоколад. То ли кофе, то ли шоколад. Что-то в нем есть. Видимо, бочки были обожженные. Слегка напоминает баристу. Южноафриканский пинотаж. Ну что, нос зачетный. Нос мне нравится. Хорошо. Так, ну что. Пора пробовать это вино. Бонардо. Тут нарисован велосипед.
и бутылочки. На нем на велосипеде развозили эти бутылки. С этого началось развитие, процветание фирмы. Прямо как у почтальона Печкина. Тоже купил велосипед. И все у него сложилось. Да, хороший нос, яркий, интересный, замечательный. Ну что, первый урод. Поехали. Очень интересный вкус. Очень интересный. Очень даже и необычный, хочу сказать. Это вино не похоже на все вина, которые я пробовал до этого. Очень длинное послевкусие. Очень интересное. Многогранное. С такой интересной горчинкой. Да, винчик неплохой, в принципе. Очень такое винцо округлое, сбалансированный вкус у него. Приятное. Во вкусе чувствуется, вот действительно чувствуется кофе. Горький такой, горчинка, видимо, вот как горький кофе. Молотый. Шоколад, вишня. Есть вишня, танины. Средние танины, они не выпирают, они мягкие, легкие, приятные даже в чем-то. Да, интересный табачок, еще один вкус, точнее глоточек. Да, горчинка очень такая удивляет, приятная. Кислотность средняя, невысокая. Ну, в принципе, очень необычное вино. Да, что-то в нем необычное в этом вине есть. Мне, ну, в принципе, понравилось. Хорошее вино, да. Думаю, понравится ценителям вина. Очень интересно, очень. Да, удачно я зашел. Стоит это вино, я его купил со скидкой. Там у меня есть небольшая скидка. 1339 рублей. Ну, конечно, цена немножко, наверное, завышенная. Ну, иногда хочется себя побаловать чем-то необычным. Винцо неплохое, интересное. Приятное. Ну... Кто когда-то попробовал это вино, напишите, можно сравнить наши вкусы. И вообще, ребята, очень интересно узнать, ну, истинных ценителей вин, какие они, какие вы пробовали классные, хорошие вина. Вот я с вами делюсь своими познаниями. Хотелось бы услышать и от вас, чтобы тоже можно было не гадать на кофейной гуще, а купить хорошее классное вино. Потому что иной раз на одну хорошую бутылку попадает три довольно-таки не очень качественных бутылки, ребята. А это все деньги, это все наша печень, которую нужно беречь. На этом все. Подписываемся. Спасибо за просмотр. До свидания.